Адилбек у нас родился недоношенным. 8 месяцев нам поставили диагноз синдром двигательных нарушений, риск ДЦП. Если сейчас вовремя не проходить лечение, есть риск развития ДЦП. Первый курс реабилитации мы прошли в медицинском центре «Сакура», город Челябинск. Потом нам выставили счет на вторую реабилитацию в сумме 111 тысяч рублей. Нам на постоянной основе нужен массаж, физиопроцедуры, приемы специалистов на платной основе. Поэтому сами не смогли оплатить, поэтому вынуждены были обратиться к людям. Люди нам помогли, организовали сборы, собрали некоторую сумму. Но суммы не хватало, поэтому мы обратились к предпринимателю нашего города. Розинов Василий Самойлович откликнулся нам, за что ему огромное спасибо и клубу меценатов. Он нам выделил сумму 529 450 тенге. И вот на следующей неделе мы уже поедем на реабилитацию.